В этом году торжественную регистрацию 2000-го ребенка сотрудники Одинцовского ЗАГСа решили провести в удаленном рабочем режиме – в роддоме при выписке новорожденной. Это получилось не только оригинально, но и удобно, в первую очередь, родителям. Им вручили свидетельство о рождении ребенка без лишних хлопот и очередей, да еще и со всеми почестями. Единственный нюанс – имя малышки нужно дать как можно раньше, желательно в один день. Это удобно получить документы, не потратив время, еще раз не приезжая в ЗАГС. И, конечно же, приятно уже приехать не только с ребеночком, но еще и с документом, который говорит о том, что человек родился, у него есть уже имя, кто его родители. А вот и она, юбилейная новорожденная. Знакомьтесь, ее зовут Василиса Алексеевна. Имя пришло из микенской культуры и переводится как «царственная». Но пока эта прекрасная малышка не царевна, а настоящая принцесса, которая рьяно заявляет о себе всему миру с помощью голоса. Сотрудники Одинцовского ЗАГСа и представители Комитета по делам молодежи, культуре и спорту вручили счастливым родителям подарки, цветы, ну а главной имениннице праздника первую в своей жизни почетную медаль. Передали ее, конечно, маме с папой, потому что Василисе было не до этих торжественных процедур. Я очень счастливая. Впечатление, конечно, море. Но через пару лет, думаю, вернемся за третьим. Вскоре сестренку впервые увидел и старший брат. Я буду с ней гулять, буду защищать ее там, если кто-то будет обижать. Ну и буду ее очень любить. Отца семейства тем временем настолько переполняли эмоции, что он не стал говорить долгих речей, а лишь несколько заветных слов. Я самый счастливый папа на свете. За три последних года рождаемость в нашем районе значительно возросла. Ежегодно примерно на 20 дней раньше сдвигается рубеж регистрации тысячного ребенка. В прошлом году 2000-го новорожденного чествовали 9 августа, а в этом уже 24 июля. Еще недавно в год рождалось около 2000 детей, а теперь прирост составляет 4000 малышей. Екатерина Старосветская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».